Привет, друзья! Сегодня хотел сравнить iPhone 10 с Canon M50 со своей основной камерой. Сейчас посмотрим, стоит ли вообще камеры покупать или не надо. Но при том, что если вы, например, на телефоне будете, если у вас есть iPhone, и он умеет снимать, например, ну, iPhone 10, iPhone 8, 8 Plus, да, вот начиная с них, можно на них хорошо блок снять. И будет даже, я бы сказал, еще лучше, чем на камере. Потому что они умеют снимать в 4К 60 FPS. Но при том, что вам нужен будет мощный компьютер, чтобы это все смонтировать. Вот сейчас протестируем, посмотрим, что лучше, iPhone 10 или Canon M50. Canon M50 снимает 4К 30 FPS, а iPhone 10 снимает в 4К 60 FPS. И посмотрим, что же лучше для видео. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything. Вот, друзья, такой экспресс-тест сравнения iPhone 10 с Canon M50 с моей основной камерой. Ну, где я вот эти все заставки снимаю под музыку, это все на Canon M50 снимаю. Что я хочу сказать, что у iPhone, да, ну, в 1080, конечно, iPhone плохо снимает, но если в полном качестве снимать 4К 60 FPS, то iPhone 10, что у него камера довольно-таки хорошая. Но вот если взять iPhone 11, да, там 11, 12 iPhone взять, то на них можно спокойно снимать блок какой-нибудь, потому что у них есть широкоугольная камера, а на нее днем, если будете снимать. Но в iPhone 12 там широкоугольная камера получше, она как бы уже в темноте получше снимает. Но у iPhone 11 даже взять, то вы можете, и вам никакие камеры, они вообще в принципе не нужны будут. И никакая вам Sony X3000 не нужна. Вот. Вот если iPhone 11 есть, то там как бы и камера хорошая, плюс там можно сразу и монтировать в 4К, да, если у вас компьютер мощного нет. Как бы там все сразу, все в телефоне у вас будет. То есть iPhone 11 это функциональная камера хорошая, телефон хороший. То есть, например, чем вот эту камеру, да, доставать, она, во-первых, большая, да еще тем более зависит от объектива. Если у вас объектив большой будет, вы это пока камеру будете доставать, там настраивать, там все. Ну, если вы в ручном режиме снимаете, пока вы достанете камеру, пока вы настроите экспозицию, там вот это все, уже сколько времени пройдет. А iPhone достали, сняли, все, больше ничего не надо. И iPhone даже вот 10 взять, 4К 60 FPS снимать, можно, вон самолет летит, сейчас покажу, если видно. То есть iPhone вытащил, снял быстренько, и все, и никакие камеры не нужны вам. То есть, видите, простота и надежность вот этих, как у, чем вот эти камеры дорогие брать. Они, во-первых, дорогие, во-вторых, вот, например, вы купили себе камеру, да, за 100 тысяч, за 150, за 160 тысяч, да, какую-нибудь. Вот за 160, если вы купите себе камеру Sony какую-нибудь A7 III, то еще более-менее у вас будет качество лучше, чем на iPhone, и вы сможете, как бы, сказать, вот, да, качество хорошее. А брать меньше, например, брать там 1080, да, какую-нибудь камеру, то качество не сильно будет отличаться. То есть iPhone они чем хуже снимают? То, что у них, как бы, когда вы снимаете против солнца, да, то есть в тенях там затемняет, то есть больше темных теней,
больше провалов в тени, то есть тени больше такие темные смотрятся, а на камере тем лучше. То есть на камере на некоторых идет резкость получше, то есть детализация будет получше. И в тенях не будут провалены, то есть будет изображение все засвечено, будет его хорошо видно, все, вот чем отличается. А так, в принципе, если вы, например, против солнца не снимаете на айфоне, то, в принципе, вам дорогие камеры, они, в принципе, и вообще не нужны. Я вам так хочу сказать. То есть камеры небольшие, чем хуже, вот брать, например, какую-нибудь Canon или Sony, чем они хуже. То, что у них стабилизация, она не такая хорошая. Даже взять, если дорогую камеру за 200 тысяч, да, и вот так просто iPhone, вот iPhone 11 взять, вы пройдете прямо, он будет, у него стабилизация будет хорошая, то есть не дергается картинка, вы можете с ним и ходить, и бегать, и все на свете. А с большой камеры, во-первых, она тяжелая, вы не сможете с руки снимать, у вас рука пристанет. Да и вы, если вы будете вот так ходить, ну, когда бы вы с руки сможете идти снимать, она будет не дергаться. Но если вы хотите какой-нибудь пейзаж поснимать, ну, еще зависит, конечно, из-за автофокуса. То есть вы можете купить себе камеру за 50, за 60 тысяч, да, вот как iPhone, например, 11 стоит. А там будет фокус плохой. То есть фокус будет не такой хороший. Из-за этого, как бы, понимаете, телефоны сейчас снимают все лучше и лучше, да, вот iPhone 12 взять и все, и вам больше. Ну да, телефоны они в ночное время будут хуже снимать, чем камеры. Но вам, в принципе, например, людям ночью, никто видео, в принципе, ночью-то и не снимает. И все. Вот и весь секрет. То есть на камеру вы можете любой объектив одеть, там ночью сходить в ночной город, пейзаж красиво поснимать, у вас там картинка будет чистая, красивая. А на телефоне вы ночью пойдете снимать, она там будет вся шуметь, помехи будут и будут некрасиво смотреть. Но днем, если вы будете на iPhone 11 даже снимать, это будет картинка хорошая. То есть вот и весь секрет, друзья. Вот и весь секрет. То есть сейчас даже вот телефоны стали снимать, даже 8К, которые есть Poco X3 Pro, там, да, в Poco. Вот эти из телефонного модели вышли, они как бы еще даже лучше снимают. Вот я смотрел тестирование, снимали 4К 30 кадров, даже вот Poco X3. XT3, да? Ну, просто X3. Poco X3, да? Вот он вообще снимает, еще лучше даже, я мог бы сказать, камеры. Вообще, вот чисто у него изображение хорошее. То есть сейчас вообще, в принципе, камеры уже никто не покупает, потому что, ну, можно на телефон даже хорошо сфоткать. Такие вот дела, друзья. То есть я раньше тоже, когда камеру себе брал, думал, вот я себе куплю камеру, все там, изображение, вот вообще, вот как в фильме, все будет идеально, все нормально. Нет, на самом деле это надо учиться вам снимать. Вы можете на телефон снять еще лучше. Вот весь секрет. Вот сейчас на площади нахожусь, вышел немного прогулять, снимать нечего, решил такое сравнение сделать. Вы там напишите в комментариях, что вам больше понравилось. iPhone 10, как снимать. Это я снимал в 4К 60 FPS, но смонтирую я в 4К 30 FPS все. Потому что у меня камера 4К 30 FPS снимает. Но у нее кроп большой есть. Кроп — это когда приближает очень сильно. Вот наша башка, люди гуляют. То есть снимать сейчас вообще нечего, я просто занимаюсь дома спортом, там боксом занимаюсь, грушу бью. Пока вот реально заниматься нечем. Ну еще прыжки отрабатываю, потому что в боксе ноги тоже самое главное, надо заниматься. Вот у нас здесь что-то ремонт происходит. Вот там сами напишите. Я подпишу, где какой кадр будет, с какой камеры снят, там, Canon M50 или iPhone 10. Вот там сами для себя. Но сейчас iPhone 10 можно за 30, за 20 тысяч купить с рук. Так что такие дела. Ну, то есть даже можно на какой-нибудь iPhone 6S, да, который в 4К 30 FPS снимает, да, 6S. Его можно на вид вообще купить там, ну, за 10 тысяч. И можете вы блок вести даже на него. И все, вот вам весь секрет. Люди даже снимают на телефон. Ну, сейчас все люди снимают в YouTube на iPhone 11. И все. Мало кто на камеру снимает. Потому что iPhone 11 — это функциональная камера. Вы вытащили, сняли, а камеру надо пока на штатив поставить, там все настроить. Фокус, например, если у камеры нету, ты должен ручной фокус настроить. Но это, конечно, долгая ситуация. Долго. А телефон вытащил, поставил, снял, и все. И ничего не надо там париться, что будешь ты в фокусе, либо фокус будет дергаться или нет. Такие вот дела.